Мало кто знает, но в дебрях речного порта скрывается живописное место отдыха – Приморский парк с лестницами из гранита и голубыми елями. Назвали его в дань моде 70-х годов. Тогда Волгу любили называть Волжским морем, видимо, из-за масштабов водохранилища. Сейчас очертания парка только угадываются. Территория уже давно поросла бурьяном и деревьями. В советские годы этот парк был береговой жемчужиной. На месте джунглей был розарий. В этом году по поручению губернатора парк будут возрождать. Комиссия из экологов и работников горадминистрации выезжала на место. Специалисты оценивали обстановку. Александр Курашов рассказал, с чего нужно начать преображение культурного объекта. То есть, прежде всего, это уборка сухостойных деревьев, валежа и открытие дорожек, которые вот мы можем наблюдать. То есть фрагментарно дорожно-тропиночная сеть осталась. Ну, естественно, нужно открыть вид на Волгу. Ну, мы сейчас наметим сначала объем работ, ну, естественно, техника, что необходимо, какие ресурсы, и в самое ближайшее время приступим. Благоустройство коснется не только террас Приморского. На береговой линии есть сооружение под названием «Контрбанкет». Это искусственная набережная, которая укрепляет берег и не дает уползти обелиску с площади 30-летия Победы. Здесь будет как раз вот набережная, она будет здесь. То есть для того, чтобы в зеленой зоне оставалась тихой рекреационной зоной, а все развлечения, вся культурно-досуговая деятельность будет именно вот проходить здесь. Так планируется. А как давно заложили этот контрбанкет? Контрбанкет, было принято решение уже после парка. Это где-то уже сооружение 80-х-90-х. Это сооружение железной дороги. Как утверждают экологи, парк – это особо охраняемая зона. Расчищать террасы Приморского будут только после изучения всех растущих деревьев. А контрбанкетом займутся инженеры и строители. Сооружение необходимо довести до ума. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.